Чтобы добиваться высоких результатов, необходимо подходить к любому делу комплексно. Так и в спорте. Возможность тренироваться в хороших условиях, качественно и недорого питаться, проходить диагностику и восстановительные процедуры в одном месте – это как раз залог успеха. 1 июня 2016 года Федеральный спортивный тренировочный центр по грибным видам спорта посетил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Вместе с министром по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимиром Леоновым, ректором Поволжской академии спорта Юсупом Якубовым он осмотрел новый спортивно-восстановительный комплекс. Нужно сказать, что Центр грибных видов спорта – это уникальный объект, одна из лучших баз России и Европы по подготовке грибцов. Здесь проводилась 27-я Всемирная летняя универсиада, чемпионаты мира среди студентов и проводятся чемпионаты России. Зрительские трибуны, учебные классы, конференц-залы, двухзвездочная гостиница на 200 мест, кафе с широким ассортиментом блюд, эллинги, места для хранения лодок – все есть. Не хватало только спортивно-восстановительного комплекса. Именно этот комплекс позволяет расширить аудиторию видов спорта, которые заинтересованы в проведении качественных тренировочных сборов. Здесь есть бассейн на 25 метров, тренажерные и залы групповых программ, игровой зал. А самое главное – это медицинский блок с диагностическим оборудованием, восстановительными процедурами, массажными кабинетами, сауной, бассейном. Это отличная база для тренировочных сборов индивидуальных и игровых видов спорта. Плавание, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, тяжелая атлетика, борьба и различные виды единоборств. Теперь все, кто желает высоких спортивных результатов, могут приезжать в Казань и закладывать фундамент новых мировых рекордов в комфортных условиях Федерального спортивного центра.